Всем доброе утро. На завтрак у меня кофейный напиток. Блин, гречку хотела вчера залить кефиром, что ли. Но забыла. И сегодня я ем вот такой вот, сделала буррито, наверное, да? Ой, какой он мягкий. Здесь авокадо, ветчина и немного сыра. Вот такая вот вкусняшка у меня будет. Уже опаздываю. Ну как опаздываю? Не опаздываю, время впритык. Надо бы уже выходить, а я только завтракаю. Сейчас сразу вытащу сыр. Машина рядом стоит, поэтому можно и не спешить. Молока мало. Музончик слушаю, все как всегда утром, чтобы для поднятия настроения. Да и вообще в тишине как-то собираться не кумильфо. Твоя сила притяжения. На кружке мой муж, кстати. Эту кружку ему дарила дочка. Дочка, по-моему, на день рождения. Так что вот, знакомьтесь. Ай, не могу. Все рассмотрели. Ой, не могу. Смех и грех. Блин, горячий собака. Как его лопать-то? Сыр. Горячий, блин. Аж слезы вытекают. Ладно, я сейчас по-быстренькому и на работу. Я ехала домой, ехала и думаю, поеду в Меркадону заеду. Заехала в Меркадону, потому что мне хотелось сделать лапшичку. Вот куриную, у меня бульон был. И вот так и вот, на свежая лапша. В общем, домашняя будет такая. А здесь делаю себе грудку. Смотрите, как я делаю. Я сначала насыпаю все приправы. Это бумага пергаментная. Насыпаю все специи, кладу сверху грудку, сверху на нее тоже насыпаю специи, лимончиком. Вот, закрываю. И теперь отправляю на гриль. Вот так. И будет у меня готовиться на гриле со всякими специями. Вот так вот. Вкуснятина. Что купила в Меркадоне? Перчики вот такие. Светофор. Здесь называется триколор, три цвета. Этот. Потом мандарины, говорю, апельсины. Хурму взяла. Потому что, которую я купила, я ее почти всю слопала. Очень вкусная. А бананы взяла. Лимон обязательно, у меня закончился. Воду пью с лимоном, когда иду на спортзал. Я там выпиваю литр воды. Да-да. Литр воды выпиваю. Ну, это хорошо, что выпиваю. Хлеб мужу купила. Он такой любит. Я вот одну ему оставлю, остальное заморожу. Так, что это? Ой, это, кстати, вкусняшки Чарлины. Чарлины вкусняшки. Это вкусняшки для Чарли. У него закончились уже давным-давно все вкусняшки. Ну, кроме печенья. Это жвачки. Смотрите, вот этот вкус, знаете, вкус детства, честное слово. Я что-то захотела, так вот жвачки именно, которые я раньше жевала. Прям вот такие. Бубльгум. О, бубльгум. Я тут вкусняшки купила. Куда-то положила. И себе, и мужу купила. Я молодец. Это марципан мужу
купила. Сейчас я его не люблю. А себе макароны взяла. Вот. Чарлина шерсть. Ананасик взяла. Без ананаса у нас уже жизнь не жизнь. Не знаю. Не знаю. И капусту взяла. Капуста прям сейчас свежая, хорошая. В прошлый раз салат сделала. Умяла только так. Такой вкусный салат получился. Вот. Себе, значит, я грудку, а мужу обычное мясо. Пожарю свинину сейчас тоже. Всякими специями посыплю. И чтобы оно мариновалось. С лимончиком, пока он придет, как раз подмаринуется. Супчик будет вот готовый, вкуснятский. И вот так. Пока сейчас разложу все это. Вкусняшки. Потом чаек буду пить вот этой вкусняшкой. Вот за этим я и заехала в Меркадон. Мне так захотелось макароны. Думаю, блин, зайду-ка я и куплю. И перчик. А, и за лимонами. Лимоны без лимонов не А, еще 3 огурца купила. Но они уже в холодильнике. Ой, надо доесть этот салат с морской капустой. Так, это у нас хранится здесь. Капусту тоже сюда. Так, что еще-то? Все, больше ничего в холодильник не надо класть. Мандаринки на ночь, когда мне хочется чего-нибудь в рот запихать. Запихиваю мандаринки. Помогает. Потом к вечеру ближе на нас разделаю. Да вроде свежий. Что ему будет-то? Очень вкусный салатик с этой морской капустой. В общем, вот такие дела. Мацапан прячу. Иначе он сожрет всю упаковку. А знаете, куда прячу? На самое видное место. Если спрячу, найдет быстро. На самое видное место положу, не находит. Парадокс. Иногда вот дойдет такие вещи, говорю, где ты это нашел? Как? Нашел. У меня все тут шкварчит, пырчит. Пар везде идет. Так, чем я тут занималась? В общем, муж позвонил, сказал, что он в поликлинике. Зачем-то пошел за рецептами, наверное. Там народу очень много. И что он пойдет кушать у сестры. Там рядом поликлиника находится, рядом с квартирой сестры. Поэтому мясо, которое я замариновала, пускай оно маринуется до завтра. Ему ничего не будет. Вот, наоборот, вкуснее будет. И суп тоже я поставлю в холодильник. А я еще поставила машинку стираться, потому что сменила постельное белье. Вот, новое чистенько постелила. И будет все это стираться. Надо уже водичку с лимоном делать, кстати. А сейчас еще пропылесосю. Вы не поверите, но у меня еще белье не разобрано. Белье буду разбирать. Вот. Что-то встала, думаю, постельку вот сменила. Тут половину вот эту постель надо вообще убрать. Она почему-то лишняя, и она мне мешается. В общем, и пылесосить. Везде волос Чарли, это просто какой-то капец. Везде летает в воздухе, на полу, везде. Ты чё такой лохматый? Ты чё так волос теряешь, а? Ты лысым скоро станешь. Магазин есть один спортивный.
Я тут раз в него заходила и там увидела повязку на лоб розовую. Я сегодня с собой денежку взяла, она недорогая. 4 евро, по-моему, стоит. Но мне не было, я с собой деньги ношу. Вот сейчас я зайду и куплю. Аллилуйя. Вот такую повязку купила. Только меня бесит, что вот это вот все нарисовано. Мне не нравится, когда на лбу, как говорится, звезда горит. Я вообще ими пользуюсь, потому что я без них, мне не очень неудобно. На, понюхай, конечно, Чарли должен узнать, что это такое. На. Давай теперь тебе надену, надену, давай, давай. Вот так будет ходить. Вот так. Все, красивый? В общем, не люблю, когда занимаюсь, потеет очень, очень сильно лоб, и на лоб, в общем, все стекает. У меня вот такая черная была, сумку уже собрала, но сегодня я буду розовая. Она уже такая вся. И я вот эту вот, видите, это фила, я ее просто вывернула с другой стороны. Но на черной еще не более-менее видно. Так, а с этой просто так не пройдет, потому что тут строчка белая. Видите, уже вся в шерсти. В общем, ну я ее назад сделаю, да. И такая, выбираем с продавцом. Она, я говорю, мне, говорю, покажите. Там много было всяких штук. Я говорю, мне розовый, розовый. Говорю, вот что, разве не видно, что я розовый люблю? Она такая посмотрела, засмеялась. В общем, так, у меня новая повязка. Буду сегодня ее, как это назвать-то, испытывать. В общем, я побежала. У нас тут все разукрашивают, смотрите, к Хэллоуину готовится. Смотрите, какие-то штуки понавесили. Чем я буду? Какие-то, видите, там эти навесили. В общем, вот так. Body pump.
Смотрите, где моя радость спит, когда нас нету. Где моя радость спит, когда нас нету? Тит такой король, что ли, кровати моей? Это моя кровать, да. Это моя кровать. Мы когда уходим, он вот тут у меня спит на кровати, как король, да. Кстати, сейчас вам расскажу прикол. В общем, муж меня сегодня отругал. Пока я была на занятиях, он мне прислал смс-ку, WhatsApp и отругал меня. За что вы сейчас описываетесь от смеха? Да, из-за тебя. Из-за него меня отругал. Из-за него, да. Все, ой, ой, тихну. В общем, присылает. А моего Чарли, чтоб без света и без телевизора дома, не оставляла. То есть, уходя, я должна была включить телевизор и оставить свет включенным. Да. Вы прикол вот такой вот знаете. Я однажды пришла домой, тоже у меня, вот сейчас тоже пришла, кстати, почему-то его нету. И вот у него включен телевизор. Самый прикол в чем, что ему ни телевизор, ни свет не надо, потому что он ходит в спальню, где нет ни телевизора, ни света. Да? А вот он говорит, вот так вот отругал, что я с телевизора не включила моему ляпу, лявочкому, да, и свет не оставила включенным. Ой, соскучился, да? Ой, любовь какая, ой, любовь какая неземная. Люлей от тебя получила от папы, да? Да, люблю, люлей получила. Ой, любовь, ой, какая любовь. Ой, любовь моя любовная. В общем, вот так вот, вот такие дела. Поснимала вам немного, вроде бы получилось. Самый прикол в чем тоже, знаете, я как всегда, ну хватит, хватит, нацеловались. Всегда последняя встаю, потому что я люблю, чтобы около меня было много места, много. Чтобы мне никто не мешал. И вот там мы всегда встаем сзади, уже у каждого свое есть место. Вот, я говорю, сейчас взяла там приспособление, в общем, сейчас поснимаю, говорю, себя, все зашибись, раскладываю там все вот эти вот инвентарь спортивный, и в пяти полшаги от меня пристраивается какая-то мадам, прям сзади и сбоку, твою дивизию, там нет места, куда ты пристраиваешься, пристроилась, мы с ней пару раз этими штангами поцеловались. Там впереди, вот все хотят назад. Ну, я, конечно, понимаю, там, да, я тоже не хочу вперед. Ну, блин, если нет места, куда ты? И вот представляете, вот так думаю. Ну и фиг, говорю, с тобой. А я-то снимать планирую, чтобы никто у меня в кадре не был. Думаю, сейчас она у меня там. Ну, я камеру тыкала, мыкала. То есть только вот таким способом можно. Или подальше от меня там люди. В общем, позанимались, я вам сняла, это у нас уже почти последняя часть, все оно самое тяжелое, несмотря на то, что кажется, что так легко поднять все это, ну блин, там вообще уже, знаете, руки еле-еле трясутся, все это поднимается, вот мне больше всего, как это, тяжело дается приседание, мы приседаем, по-разному приседаем, и вот я же все правильно делаю, как вот он говорит, так я и делаю, я там, знаете, не муклюю, не хухры-мухры. Приседаем с штангой, хотя нет, я беру гантелю, потому что, я не знаю, штангу беру вот этой рукой, и у меня начинают вот по этой части судороги прям идти, и я не могу штангой, не знаю, почему вот так вот руку выворачиваешь, и прям судороги вот тут вот. Не знаю, в чем проблема, и поэтому я беру с гирей. Вот, с гирей приседаем, в общем, да. Ну, ничего, я уже начинаю, как говорится, входить, ну, второй месяц уже пошел. Вот эта мадам, представляете, прилепилась, думаю, ну, твою дивизию. Ну, ничего, мне кажется, засняла, еще, правда, не видела, что там получилось. Ну, не судите строго, как есть, так есть. Так вот, вот так что вот это вот. Меня отругали. Пойду, знаете, что делать? Ананасы. Сначала переоденусь, кремами намажусь. И потом пойду ужин готовить. Надо разобрать сумку. И вот мой ужин. Ананас порезала. Вот так режу. Складываю вот в такие вот банки. И в холодильник отправляю. А это мне. Это только для меня. Такой вот у меня будет ужин. Может быть, сливу потом еще съем. Посмотрим. Какие вот пироги у меня.
Ой, у меня еще чуть-чуть арбуза есть. Можно арбузик похавать. Сколько всего, сколько вкусняшек. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний влог. И если это так, то жду от вас пальчики вверх. И комментарии. Не забывайте про комментарии. Вот. А я уже, у меня сегодня большой брат опять по телевизору. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра у меня тоже есть кое-какие планы. В общем, завтра все увидим. Всего самого наилучшего и всем пока-пока!